Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы найдете все необходимое по танкам. И поверьте мне, эти видео выходят довольно-таки часто, ну а главное своевременно. Поэтому если вы за свежие новости, за свежие обзоры, то подписывайтесь на канал прямо сейчас. Я стараюсь быть полезным, и в последнее время наблюдаются технические проблемы в нашей игре. Я больше чем уверен, что у огромного количества игроков есть такая проблема, как отсутствие возможности зайти в любимую игру. И в частности, я получил уже достаточное количество вопросов у себя в комментариях в отношении того, что это и что с этим делать, и что в принципе происходит. Ну вот для того, чтобы игроки не паниковали, я хотел бы внести в ясность. Дело в том, что при входе в игру вы можете увидеть вот такую вот картинку, либо вас вообще пускать не будет, либо у вас будет крутиться значок загрузки, но игра загружаться не будет, и так будет происходить по кругу и возвращать вас на вот такой вот экран ожидания. Не пугайтесь, не переживайте, все нормально, все хорошо. Дело в том, что наблюдаются легкие технические проблемы на серверах Wargaming. Анна Тортик по поводу этого уже выложила отдельный постик, который выглядит вот таким вот образом, и я больше чем уверен, что в ближайшее время все технические проблемы с игрой будут решены. От вас в данном случае ничего не зависит, поэтому нет необходимости переустанавливать клиент, переустанавливать игру на портативных устройствах, ну уж тем более нет необходимости рвать на себе волосы и нервничать и переживать. Ребят, все будет нормально, все будет хорошо, все поправят, ну и уже в ближайшее время мы сможем продолжить фаниться в любимой World of Tanks Blizz. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, и надеюсь, что возможно еще сегодня успею выйти на прямую трансляцию, если серваки все-таки поднимут. Ну а если не поднимут, то я больше чем уверен, что у нас будет еще огромное количество возможностей встретиться на стримах. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.